faith shackles your vision, Professor. It is an iron coffin that keeps you from grasping the future. We require a new deity, one of steam and the wheel of magnetism and progress. The old god is nothing more than a lamed hog, spitting back offal at mankind. Рязь, я не знаю, где монстр. Натяни на голову кандон. Это не тума, это на тума. Натяни на голову кандон. I don't know what's going on here. I have no damn idea. Вообще понятно. Стефано, как бы сказал PewDiePie. Стефано. Даже PewDiePie не смог взять Стефана даже с полки. Это просто фейспалм. Ну, что, приклеили что ли моментом? И PewDiePie was not able to pick Stefano from the shelf. Impossible. Oh shit. Teddy bear. Burn in hell, teddy bear! Wah! Даже медведи не горят, ну твою мать! Ты брал угловатый подсвечник! Зентл говорит, возьми его! Слушаюсь и повинуюсь, мастер! Угловатый подсвечник! Ты это что ли? Ауч! This one? А, это рукоятка. This is a switch, probably, right? Да, новая амнезия. Финнера Днакс, привет. Сейчас мы найдем свинью и вставим это вот сюда, наверное. Ну, конечно. Спасибо. Ну, чё? И what do we have here? Что-то полилось. Опа. Дернуть, если есть рычаг, нужно дернуть. Воу! Класс! Джей, вспомним воспоминания. Адская машина. Двигатель работает, огонь горит, я слышу пар внутри и вибрации воздуха. Мое сердце колотится в предвкушении того, что одно движение рычага приведет в действие это адское изобретение. Но мои дети зовут меня, и я не могу их бросить. Портал в ад. Похоже, у меня нет выбора. Итак, я спускаюсь. И да хранит Господь мою душу. Если это мой бедлам, и мне выпала роль Мэттьюса, то я одену эту мантию ради моих детей. И встречусь с любым крующимся под алтарем ужасом. Итак, я думаю, что сейчас начинается ужас. То есть все, что было... Привет! Ксен, привет! Я говорю о том, что то, что вы видели сверху, это все муляж. То есть это муляж, это был какой-то... Это завод фикция. Были стены, но внутри ничего не было. А вот внутри, там что-то под землей именно, под этим алтарем, сейчас самое интересное и начинается, я думаю. I'm saying, guys, that you are ready for 666. Great. I'm just saying that it starts now. Hopefully, the horror starts now. You're gonna see all the secrets of this place. Because the factory outside was a fake. The truth is in here, inside. Помните, как он входил в ее какие там стальные нет мраморные бедра или как? Чё закрыли? Данула. Oh, we are fucked up. Houston, we've got a problem here. Houston, у нас проблемы, нас закрыли. Чё здесь? Бочки. Barrels. Это что, ещё собаки здесь, что ли, были? Не, собаки. Послушай, папа, поднеси яйцо к уху. Как я тебе яйцо к уху поднесу? Ты услышишь море, это раковина, дурак. Морская раковина называется, а не яйцо. Фарфоровые бедра, вот, запомнили. Кто-то вдохновился, Андерт вдохновился, бочки. Каменчерская, спокойной ночи.
Черт, у меня лампочка перестает мигать. Что творится? Эксгумация, гниль, сшивание органов. Не думаю, что меня когда-либо найдут, но все же оставлю тебе эти строки, нацарапанные в зловонной полутьме под шарканье моего мучителя. Другие заключенные причитают и скулят в полумраке. Я жду, когда стук по моей клетке возвестит, что пришла моя очередь зайти внутрь. В мраморные бедра. Фарфоровые. Сука! Простите, вырвалось. Is he speaking Swedish or Norwich? Norwegian. Я сказал щука. Щука. Do you guys know the language? What language is that? Sounds like Scandinavian. Скандинавский, ну похоже. Фу, rats, rotten rats. Screw you guys, I'm going home. Я говорю, домой я пошел. Это что, меч? Give me a sword. A shovel. I need a shovel, I need something. I need something to defend myself. I can't pick anything. Я ничего не могу взять, все приклеено, твою мать. Что, мышь, копыта, что ли, клеем обмазать, чтобы они не бегали за мной? Что? Ты тут тупик же! Господи, детский плач. Child screaming. Oh, no. Hell no. Ну ладно, хорошо. Окей, я вам предаст... Где? Причем тут 3-2-2? Gradient. I'll take gradient. We have a rule. If you feel scared, you type 666 on Twitch, and I provide you with a toilet paper with a personal nickname, Gradient. Is the toilet paper for you? Так. Я сейчас смухлевал, я выбрал самый короткий ник, который я увидел на Good Game. Инси. Sorry. И, Ровер на Твиче. Ровер on Twitch. Thank you guys for your attention. Запиши X-Fire, он страдает. Пусть Ровер поделится пока. А, подожди, это где она пробегала же? Мне кажется, она так и будет бегать, она даже не напугает меня. Наверное, да? Yes, no, yes, no, 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 yes. You wanna dance? Wanna dance you, me? Me? You wanna dance? Wanna dance? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Меня просто успокаивает пение, когда я нервничаю. Don't hurt me. No more. I'm just relaxing when I sing out loud. I'm nervous. I'm nervous. Oh, no, 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 no. Oh, fuck me, my mom! А чё так? Это всё, что ли? Ты... Всё, что ты можешь делать? Чел медведа свин. О, смотрите, смотрите! Наполовину человек, наполовину медведь, наполовину... Да нет же, это наполовину свин, наполовину человек, наполовину медведь! О, man-pig. Can we communicate? А, он меня видит? Он еще и хромает, бедный. Может, ему помощь нужна? Hey, you need help or something? Oh, shit, shit! No. Oh, yeah, I see the way. Don't hurt me. Don't. Все? Что, все, что ли? А как...
Ну, не. Пресс-папье, которое служит, в общем, войти в бедра. Запомните эту фразу и все. Что, даже дверь не выломает? Кто-то подпустил. Get out of the way. Я не знаю, как у вас, а у меня жуткий лагулить. It's lagging. О, не, опять заправлять машину? Вы что, издеваетесь, что ли? Are you kidding me? Чему тут лагать, скажите? О, огромные локации. Да ладно, в Unreal были больше в 97-м году. И ничего не лагало. Ладно, нам нужно найти машину. We have to find a car, I guess. That was the most scary moment in the whole game. This is not Amnesia anymore. Are you serious? The scariest moment? The previous one? No. Вот. This one is a scary moment. Вот это вот страшный момент. Музыка хорошая, да? В его ботинках вода. Всегда вода. И отблески колес. Тоже в его ботинках. Ладно. Окей. Good. Well, I've got a memory. У меня воспоминание всплыло. Перерабатывающий завод Мандуса. Моя душа стрясается от увиденного, но я хотя бы добрался до центральной части завода, а теперь вперед и вниз, чтобы найти затопленную часть и откачать воду. Как Моисей, когда-то я раскалю воду, чтобы вырвать своих чад из лап зла. Тебе нужно было книги писать. ФПС подбавьте, пожалуйста. Can I save the game and exit the game? Because it's lagging. It's lagging so much. Я говорю, лагает так, что нужно перезагрузить. Небольшой перерывчик, ладно? Буквально, ну, минутки 4. A 4-minute break, okay, guys? I need to take a shit. В туалет мне нужно, в туалет. А куда мы идем? А мы идем в бар из К2ТВ, это прайм тайм. А что это такое? Значит, хорошее место, тебе понравится. Ну смотри, смотри, как здесь весело. Да. Привет, мальчишки, вы заблудились? Так, пошли отсюда. Да куда же вы, мальчишки? Ну что же, в этом прайм тайме весело, оставайтесь. We'll be right back.
big, big, big. All of my fears came true. Black and blue and broken bones, you left me here alone. My little piggy needed something new. Stop me now, 'cause I don't care anymore. Nothing can stop me now, 'cause I don't care. Nothing can stop me now, 'cause I don't care anymore. Nothing can stop me now, 'cause I just don't. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые зрители. Welcome, guys. Welcome, it's Will of Games TV channel. My name is Dan Rossianini. And tonight we're playing Amnesia, Machine for Pigs. Сегодня играем в Amnesia, вторую часть. Ну что, надеюсь, что у вас все хорошо. Вам нравится или не нравится. Ну, если нравится, можете добавляться на наш канал на Твиче, наш основной канал. twitch.tv/willofgames. Это там, где мы, соответственно, и пускаем онлайн наши трансляции. Если подпишетесь, вам будет приходить уведомление на почтовый ящик. Если вы установите приложение Twitch на телефон, вам будет приходить сообщение на телефон о начале трансляции. Twitter. Ресурс. Такое ощущение, как будто у меня звук дублируется, да? Это на самом деле такая композиция, наверное. Ну-ка. Да, это такая композиция была. Черт побери. Ну так вот. На Твиттере все анонсы следующих трансляций. Не обязательно меня тревожить и писать: Дэн, когда стрим? Когда стрим, Дэн, когда стрим? А стрим сегодня, Дэн, Денис, когда стрим? Ну, когда стрим? Ну, скажи, когда стрим, Дэн, а сегодня стрим будет? Не будет стрима, а завтра будет стрим? Вот, собственно, на Твиттере мы пишем, да, когда будет стрим. ВКонтакте, наша дружная группа ВКонтакте, заходите, там мы в основном и общаемся, смеемся и так далее и тому подобное. Пожалуй, наиболее информативный источник для русскоязычного комьюнити, по крайней мере, на данный момент. Facebook. Yes, you can join Facebook if you want. Dan Rossianini, that's me. You can add me. We'll probably soon update Facebook with more information, so it will be more interesting for you. На YouTube записи трансляции. У нас нету записей на Твиче, все записи на YouTube, поэтому добавляйтесь. Подписывайтесь, будем рады вас там видеть. Новые видео каждый день совершенно бесплатно, пока еще. Во всяком случае, политика Ютуба не поменялась. Ну и на Стиме можете добавить нас на Стиме. Какой прекрасный поросенок. That's a little piggy. A little cute piggy. Oh, you piggy. Ну, сейчас, через минуту начнем. That's what I like, isn't it, baby? Little tickles. Yo, you niggas must be out your fucking mind. Yo, thinking dog can't pull another motherfucking rabbit out the hat. Think I ain't gotta check out my motherfucking speed, you bitch ass niggas. Fuck your fingers, niggas. Fuck niggas, think I'm doing just sitting around doing nothing. Oh my god, you niggas can't be serious. Where the hood at? Had a nigga in a cut with a wood at. All the niggas acting up with a wolf's hat. You better bust that if you
it's gon' be. Fucking with a nigga like me. D to the M to the X. Last time. Enough. Мой коллега говорит, что я не проникаюсь атмосферой. Нужно проникнуться, ребят. Давайте проникнемся атмосферой. Эй, атмосфера. Frictional Games. И китайская комната представляет. Дэн, как тебе игра? Пока ничего не буду говорить, вот пройдем, скажу. Нужно проникнуться атмосферой. Ну, видите, лаги пропали. Не зря перерыв сделали. Now it's not lagging anymore. Now we can switch on the vertical sync. Эти люди, профессор, так называемые дальновидные люди, они бы приковали массы к колесу и крутили бы его. И все ради этого наркотика, жажды, наживы. Эти дураки, прислуживающие им, эти священники, чиновники, правительства, они нас всех за скот держат. Но каково решение, дрожащий, как разорвать порочный круг? Вы не можете просто забрать обратно обещание лучшей жизни. В тюрьмах и детских домах вера в Бога является единственной отдушиной. Мы не должны ждать. Мы можем воплотить рай сейчас. Мы можем ускорить крестные муки. Достаточно лишь небольшой жертвы, чтобы сдержать апокалипсис. Достаточно лишь небольшой жертвы, чтобы снять с себя оковы и доставить их в рай. Мне это отсылки на Биошок напоминает. Ну все, штабик меня просто унизил, говорит. Один коллега говорит, нужно давай, проникайся атмосферой сейчас, а второй говорит, не, уже поздно, Дэн все обосрал. Как всегда, говно, жопа, говно, черт! Piston Rooms. В общем, мы идем в Piston Rooms, мужики. Не знаю, что это нам сулит, но... Название прикольное. Ну все, все, я молчу, хорошо. Крестный... Опа. Видели, какая мышца? Да. I'm fine, thanks. Thanks for asking. I'm super, thanks for asking. Че, обосрались? А я нет. Bird brand. Опа. Опа. Смотрите, там какие-то... Мужики, это же яйца! Это как раз, наверное, те яйца, про которые говорил голос. It looks like eggs. But there's something moving inside. Maybe it's a virus or some kind of... Может, возможно, это вирус какой-то? Вот сейчас мне уже стало интересно. Я обожаю вирусы, на самом деле. Всякие заражения и так далее. Это очень... Ну ладно, кого ты пугаешь? Я вижу поршень, а ты? Я вижу яйца, а ты видишь поршень. А все вместе это амнезия, Machine for Pigs. То есть если я пролезу, потом это не закроется, дерьмо? Так, смотрите, здесь какая-то... Ну твою мать, а! Ну давайте еще, впустите сюда свинью, чтобы я бегал по кругу и визжал. Саш, помнишь?
Помните, как мы заряжали печку в Амнезии? Пистон Control Room. Вот это нам и нужно. Да, я чувствую, нам придется здесь помучиться. На потолке вдоль этого участка ленты установили ряд собирающих отдушин. Во время глушения и кровосбора из пищеварительной системы продукта часто исходят зловонные... Да хватит уже! Зловонные пары. Их можно собрать, сгустить и пустить в метановый котел для питания всего обработчика. Таким образом, чем больше мы перерабатываем продукта, тем больше копится энергии для машины, и производительность растет. Просто гениально, и появляется сам... Да хватит уже, господи! Меня вообще слышно за этой музыкой? Интересно. Не открывается. X-Fire, спокойной ночи. Так, ребят, я уже заблудился, если честно. Слишком много здесь. Не знаю, нужно ли это вообще делать. Проветривать должно, что ли? Сейчас вот говорит Майкер, посмотрит минут 5 и вообще откажется от... А что там, Майкер у нас? Ну если так, привет, Майкер. А что, хороший... Чего вы... Мы еще даже половину, наверное, не прошли, я уверен. А вы сразу... Давайте подергаем рычаги. Понятно. Понятно. Ну ладно, не будем дергать рычаги, хорошо. Так, здесь закрыто. Мы можем из этой печи что-то... Так, подождите, она же была открыта только что. Твою налево! Неужели эти рычаги как раз используются для того, чтобы открыть? Ну-ка, давайте проверим. Дэн Рус, докажи, что это не запись, поковыряйся в носу. Я не ковыряюсь в носу на публике. Ну, что-то не понимаю. Нет? Хорошо. Что у нас показывают индикаторы давления или что это? Они вообще актуальны? Они работают? Стрелочка вроде отдельно сделана, значит должны что-то показывать. Штаб, у вас есть догадки? На одного хватит угля или надо больше? Работай кочегаром? Да, всегда мечтал. Но здесь тоже все работает.
И там работает, соответственно, у нас осталось только одно помещение, номер 6. Сейчас мы и здесь накидаем углей. Чего у нас здесь? Да, вот пятое, смотрите. Но пятое тоже горит. Хорошо горит. А вот шестое не горит. Сейчас мы это исправим. Записка, я вижу. Так. Memories. Улили руки из стали, улили руки молчат. Что-то мне это напомнило. Поршни не слышно. Завод не работает. Боюсь, мне придется разворошить осиное гнездо, чтобы открыть себе путь. Но размеры этих двигателей намекают на то, что это лишь вершина айсберга. Так что, мой друг, должно быть, был прав. И большая часть этого завода находится под землей. Мы недалеко от Темзы. Неудивительно, что наводнение здесь частая проблема. Вот мы и поняли, где мы находимся. Если вы, конечно, знаете, где протекает Темза. Так, только не говори, что... Так, окей. Огонь и сталь. Горит огонь. Если здесь поработал тот же архитектор, что и на химическом заводе, я предполагаю, что поршнями управляет какая-то централизованная система. Осталось лишь найти... Вы меня слышите? Найти, понадеяться, что диверсант успокоился после того, как погасил пламя. Алло. Максим, вы слышите меня? Да, Ульяна. Да. Максим, вас не слышно? Да. Ребята, я вообще ничего не слышу. Прошу меня простить. Но, видимо, сейчас самое время дергать рычаги. Зои Сайт, а чего тебе страшно-то стало? От музыки? Перестань, все хорошо. Мы держимся. Оп. Отлично. Так. Куда бежать-то, господи? Свет намекает или нет? Оп! No, wrong way! Черт!
Кажется, пронесло. Так, я не понимаю. Возможно, сюда? Точно. Главное прыгать. Это за место. Что это за место и откуда здесь свиньи? Почему они хромают? Правило хранения вещества X опасно, не распылять вблизи открытого огня. Ящик привезли сегодня утром. Я приказал доставить его прямо в цех. Тело исключительно сохранилось, хотя от него исходит легкий, но тошнотворный запах сырости и гнили. Объект имеет гуманоидные очертания, но отличается значительными искривлениями скелета. Торс обмотан кожаными ремнями. Он также деформирован и свидетельствует о значительной мышечной массе. Трудно понять, подвергся ли несчастный варварской операции или был изуродован от рождения. И кто-то пытался вернуть его скрюченному телу человеческий облик. Я не могу сказать, что он такое, но он издает ощутимый запах сферы. Подозревая, что к его любопытному состоянию приложил руку мой двоюродный дед. А значит, это возможно. Значит, мы можем превратить тело в инструмент ускорить эволюцию, упоминаемую мистером Дарвином. Но здесь мы с двоюродным дедом расходимся. Он выбрал для экспериментов людей. Но людьми сложно управлять. И они слишком сентиментальны. Нет. Нам нужны новые рабы. Преданные, умные, сильные, легко насыщаемые. Угадайте, кто? Закрыто. Так, ну, остался только один путь. Идти сюда. Не очень-то мне хочется идти по узкому коридору. Надеюсь, сейчас мне на голову ничего не выцепится. А, здесь даже дырки нет. Ну и замечательно. И отсюда ничего с конвейера не скатится, правильно ведь? Спасибо, что не напугали. В очередной раз. Здесь тоже ничего не упадет, правильно? Спасибо. Подумаешь, кто-то кричит. Закрыто. Здесь какая-то кнопка. И что это? В гнезде с яйцами оно качается в его потеющих руках и высасывает из него жар. Ему снятся птицы в чаще джунглей и кашлящий на рассвете ягуар. Что? Что?
вы издеваетесь, что ли? Что же поведал мне мрачный голос? Под поршнями через туннели и дальше к осушительным помпам. И если двери будут заперты, мне придется найти другой спуск. Верить ему нельзя, но пусть путь у меня один. Невзирая на звуки, на сопение, шаркающие шаги позади меня, я одолею любые преграды там внизу и спасу своих детей. Диверсия. В ушибах и царапинах, но живой. Мне удалось выжить после всех стараний диверсанта. Мы с ним теперь сцепились в смертельной схватке. Но мной руководит желание найти свою семью, так что я выйду победителем. Проигнорируй безумие, не думай о том, какие ужасные деяния совершались здесь. Найди путь к пробоине, откачай воду и освободи своих детей. Да, алло. Быстрее, Мандус, найди поблизости вход. Дети плачут в темноте, а вода продолжает подниматься. И что, кресло гинеколога? Класс. Но вот эта штука мне в игре нравится, я таких еще не видел. Привет, я Лампа. Давай поговорим. Йорик, привет! Я тебя искал... Твою мать, Йорик, извини, я не могу тебя взять в этой игре. И костями я не смогу поиграть. Черт. Опять эти склянки с яйцами. Вставные челюсти. Чтобы ускорить ассимиляцию ткани, необходима особая смесь. Без нее не возникает межклеточных связей. Избавляться от объектов без связей нужно немедленно, с помощью огня. В противном случае мы рискуем получить непрекращающуюся бесформенную жизнь. Это, надо сказать, неприятно. Нам подойдет обычная смесь одной части живого настоя Бренненбурга с одной частью клеточной жидкости органа. Аргона. Худора! Для поддержания межклеточных связей ее можно вводить внутривенно после переформирования. Смесь нестабильная и сильно реагирует на свет. После введения ее можно активировать, облучив тело лампой Шумана. До введения смесь чрезвычайно едка и может уничтожать небольшие количества металла. А вы вводите это внутривенно? По крайней мере, мы выяснили, для чего нужна эта лампа. Ничего здесь больше нет. Видимо, вот это вот вещество, которое вводится внутривенно. Какой большой замок. Вход для технического персонала. Наверняка есть другой путь в обход запертых ворот. Кажется, у меня есть выбор подхода. Замок старый, но крепкий, а после того падения мне не хватит сил, чтобы вскрыть его. Наверное, мне придется поискать другой путь. А я бы поискал какую-нибудь железную штуку и взломал замок к чертям. Так же, как и делал ты это ранее. Торнис, привет. Лолипоп Лаги на Твиче желает вместо спокойной ночи, покойной ночи. Ты поосторожней-то. К черту. I hate chairs. Do we have anything inside? Где здесь? Ничего нету опять. Что это? Воспоминания. Центрифуга. Это какая-то странная форма мешалки для химических веществ, и от нее однозначно пахнет теми же сточными водами, что я встречал раньше. Это какое-то чертово летучее химическое вещество, состоящее из двух сложных компонентов. Я могу поспорить, что найду их где-то поблизости. Ну, поспорь. Один компонент здесь, другой там, да?
Low temperature storage. Низкотемпературное хранилище. Что? Тебе показалось? Мерещится. Так, ладно. Ух ты, чертовы звуки. Ага, вот один компонент. Так, окей. Предупреждение. Воспалено, горит, кровь из всех дыр. Спереди и сзади стекает по ногам. Кровь и испражнения. Мои легкие в рвоте. На мостовую падают куски моих органов. Вот, выпей, сказал он. И я выпил, выпил. Из-за перемен они колышутся внутри меня. Стоит чихнуть, как зубы выскакивают изо рта и разбегаются во тьме, словно мыши. Я не могу отыскать каждый. Нахожу сколько могу. Я заталкиваю обратно в седые десна пальцами, на которых крошатся ногти. «Вот, выпей», — сказал он, — «это поможет против лихорадки, потому что не каждый может выдержать перемены. На другом столе накрыт простыней зверь». Не хотел я смотреть, но он тоже выпил. Спрятал под простыней и выпил. О боже, сколько... Сколько же дерьма с кровью может выйти из человека перед тем, как он помрет? Ой, Ретрес, привет! Welcome, guys, on Twitch. What is this language? That is Chinese, yeah. Chinese. You are a bit German. You can tell he's Russian by his smiles, what do you mean? Eh. Очередная процессия англоязычных пришла на Twitch. И что нам здесь делать? Воу, эй, воу, 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 нахуй. Вот так вот. No, guys, you're wrong. You're not being deleted. Your message is being deleted if you caps lock or you post a link. Only in this case. It's a move bar there on Twitch. It fell onto his hands and they eroded in front of me. To stumps. To stumps. Next time we will use an equal mix of infusion vitae and orgone disperser. No, no, just take him out. You can dump him in the river for all I care. Это было неожиданно. Antidote. Уж не знаю, что это значит, антидот или просто антидот. It's yours. As I said, it's a tradition. If you feel scared, you just type 666 on Twitch and you get a free toilet paper. Если вам страшно, пишите 666 и... Так, окей. И я вам туалетную бумагу, да. Low temperature. Так мы же отсюда и прибежали, по-моему. Я ничего не понимаю. Хорошо, давайте пойдемте наверх. Let's go upstairs. No, we've been here. Мы здесь были.
holding pants, загоны. Рам, привет! Не смотри, не трать время! Говно такое вообще. Дурацкий стрим, правда. There's nothing here. Чего здесь нет? Что это? What is this? Is porridge? Это картошка, картоха. Что я кушать хочу теперь? Сегодня доставили очередную группу имбецилов. Более жалких представителей рода человеческого я еще не видел. Их судьба никого не интересует. Власти Бедлама были просто счастливы уменьшить перенаселение в палатах. Мы измерили черепа и зубы новоприбывших. Мы дали им опий для успокоения. Они выстроились в линию и ждут, как скот с потухшими карими глазами и грязной кожей. Многие испражняются под себя. В манипулятор они заходят молча. Я слышу шипение газа, я слышу глухие стоны, когда им удаляют зубы и переставляют кости. Я слышу визг свиней. Мы убрали все зеркала, отражения, вот что пугает их больше всего после операции. Я прогуливаюсь мимо них, когда они спят. Я шепчу им, что они мои дети. Теперь у меня снова есть дети, чьи несовершенные формы станут силой, которая снова пустит кровь. Бежать по моим жилам. Ooh, this is disgusting. Как это поэтично, да? Mm-hmm. So the thing is that they take human beings and they do operations on them, somehow connecting a human body with a pig body. Спокойной ночи. Over there. Place it in the corner. Вот, положите это в том углу. Что? You think I Вы что думаете, я говорю по-русски, сэр? Like Разве я выгляжу как... Pop, а, по-русски, простите. Closed. Возможно, нам сюда? Ах, ты швайна! А почему закрыто-то? Эй! Она только что была открыта! Сейчас мы зайдем туда, и она совершенно магическим образом исчезнет. Did it disappear? Disappeared? What the hell? It's gone.
Мне доведет этот звонок. Что тебе надо? Алло. Лифт сломался. Придется поискать другой путь в тоннеле. Иди в задницу. Че, меня Мандуса называет? Мандус. Why is he calling me Mundus? He said that the elevator is gone and I have to find another way. Закрыто. Ты кто? Ты Мишку потерял. Вернись. Продолжая опыт с веществом Микс, сегодня ввел собаке инъекцию стрихнина. У нее начались ожидаемые конвульсии и спазмы, и немного за полночь животное умерло. Я поместил тело в большой бак вещества X и подвел через индуктор переменный ток на 3,5 минуты. Я смог наблюдать частичное возвращение, однако повреждения, нанесенные до смерти, остались и после воскрешения. Другими словами, собака вернулась в состояние острого отравления стрихнином и пребывала в нем, пока я не всадил ей пулю в лоб. А что утопление? Полагаю, возможность есть. Не зря же оно известно как мягчайшее из самоубийств. Теоретически, замена воды в легких утопленника на вещество X может оказаться прекрасным методом воскрешения. Опа. Так у него дети, что ли? Погибли, утонули. Имбейс, привет. Сейчас тебе Ретрис подскажет, где лучше всего выучить английский. Он тебе скажет, что нужно найти англичанку. В качестве девушки. Так, а, еще и третий. Now we have to put the last one inside. Well, I don't know where to go. А мы же были уже, смотрите, мы здесь, мы были, загоны. Низкотемпературное хранилище тоже были. Where else you want me to go? It's locked. Куда еще? Имбик? Имбик не так пишется, имбейс. Эльтарка, Эльтарка говорит, я очень хорошо владею языком, давай приватные уроки устрою. Вот ты, а. То на Гудгейме, то на Твиче, ну что же такое вообще, что происходит? Что за ток-ток-ток-ток? Что ты токаешь? Главное не разбить, главное... Оп! Черт, прости! И чего, теперь куда мне это вставить? Обратно? Или наверх? А имбик сразу, нет, у меня девушка есть, она меня неправильно поймет. М-м-м-м. Так, и куда мне это вставить? Подожди, я...
Фу, лягушка. Я что-то пропустил. Вспоминаешь, что ты читал про это вещество? Что я вспоминал? Его нужно внутривенно, внутривенно. Или... труп. Если найду труп, я могу его внутривенно, оно может оживить. Что надо, что... Думай, что... Что нужно делать? Возможно... А, оно еще разъедает! Оно разъедает, у нас же где-то была... Да, вот же дверь была! Ну-ка. Двоюн. Как паста блиндомет. Че, мне еще пописать надо сверху? Что? Че мне еще не хватает? Воды добавить? Я все испортил, что ли? Нужно мое семя. Что? Нет, мы сейчас лампы просто возьмем. Посветим. Смотрите, сейчас будет угар. О, класс! Вот это здорово. Можно уже открыть? Что до сих пор... Не открывается. А, вот, открыл. Все, наконец-то. Что это? Yeah, that is an awesome lamp. Down here, Daddy. Faster. Have you ever lock picked with a lamp? Каким взломали замки лампой? Вот я взломал. Я напоминаю, что в час ночи мы закончим трансляцию. We will end the translation in 15 minutes, guys. In 15 minutes. So don't forget to subscribe on Twitch if you want to see the next episode. Can I jump? I will break both my knees. Я же все оба колена сломаю. Нет, не сломал. Отлично. Мир дал течь. Столько гвоздей, никакой древесины. Что ты за плотник? Эта фигура протягивает руки к тебе. В чем же здесь сила? Вот мы все глубже в недрах этой фасилити. Разве не опасно позволять этим отходам скапливаться так близко к центру? Мы можем использовать напор, чтобы запустить турбины. В этих туннелях всегда будет течь очень много отходов. Мы можем использовать его в дополнение к парогенератору. Боже, это вонь, эти фекалии, это дерьмо. Настоящий продукт своего времени. Ну хоть кто-то меня понимает. Неправильное варево. Я достал вещество, оно шипит и булькает колбе, это уже мы проехали. Затопленные туннели. Мой таинственный друг прав, коллектор действительно затоплен. Чтобы спуститься еще ниже, мне придется поискать местные смывные насосы, чтобы понизить уровень воды. Вонь почти невыносимая, меня воротит. Но зачем диверсант заполнил туннели водой? Чего он пытался добиться этим? Хорошо, что игры еще не научились передавать запахи. All you need to know, guys, downstairs it smells like shit. Disgusting smell. 15 minutes, because it's gonna be 1 a.m. I have to get up early tomorrow. Today, I mean, already.
Очевидно, после кровосбора продукт необходимо ошпарить, удалить волосяной покров и выскоблить для потрошения. Для этого продукт подается в паровой резервуар, в котором поддерживается постоянная температура, с травливанием пара из двигателей через котел и большие медные трубы в каменную камеру под зданием. В центре машины находится узел, который необходимо держать в низкой температуре. Он управляет всеми действиями по обработке продукта. Кроме того, охлаждение чрезвычайно важно для сохранения качества продукта. По этой причине от определенных узлов машины необходимо отводить тепло. Таким образом, мы решаем две проблемы сразу – охлаждение одних участков и нагрев других. Проводящие панели вытягивают тепло по принципу конвекции, регулируемый котлом, и приводят мерзлый воздух вдоль труб, проводят мерзлый воздух вдоль труб в одном направлении, а горячий пар в другом. Спасибо за краткий экскурс. No, 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 please don't the water monster. Только не водяной монстр, нет. Пожалуйста, не надо. Скажите же, просто рандомные какие-то всплески были, да? Just random splash. No monster, right? Right? Tell me, tell me, tell me. Don't jump. No, 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 no. No, it's a monster. Ну нет. Что? Кто кричит? Ред, воняет здесь действительно очень ужасно. Мы не пойдем туда, потому что там звуки. Нет. Мой 7.1 подсказывает, что там свинья. Diese Schweine! Ist nicht in... Твою мать, да ш... Да хватит! Опять телефон. Задышка... 1 и 2. Несколько старых версий вырвались из камеры и убежали в канализацию. Они напоминают мне о моих ограничениях. Здесь не Хелм, и я не Ильяху. Во всяком случае, пока. Всему виной тепло, исходящее из дверного прохода. У двери невозможно охлаждать. Их так же, как и в центре помещения. Более поздние версии надежно заморожены в башнях. Там, наверху, где воздух горячий и зловонен. Они перегреваются, и двойственность их натуры раздирает и дробит их. Они живут по случаю, жестоко и непредсказуемо перебрасываемые из одного мира в другой и обратно. В один миг они обретают плоть в этом мире, в другой теряют ее. Это сводит их с ума. Я приказал запечатать все подобные зоны и запретил моим верным рабочим заходить в них. Те места отныне прокляты. Пристанище неудавшихся опытов, населенные призраками страха и злобы. Кто же это писал-то, а? Так, спокойно. Hello! Быстрее, Мадус, выключи воду, открой путь к водоотливным насосам. Мы тебя ждем. Мы? Кто мы? Who are we? Who are we? Where's the pig? Hello, darling. Hello, darling. No, 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 no. Fuck. Not tonight. А что там за звуки такие? Вау! Вы обратили внимание, когда враг рядом, проблемы с освещением? Упс. No, 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 no. No, 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 yes, 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 yes. Yes, yes, yes. А кто это?
Класс. Главное, что мы с ними разминулись. Не-не-не-не. Воу-воу-воу! I see, I see. You see the light when it blinks, it means the enemy is somewhere. Somewhere around. Where should I go? Here? Yeah, probably here. Возможно, здесь. Простите. О, no, 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 okay, 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 I'm done, I'm done, done. Запись первой амнезии частями есть. Смешные моменты. Вроде хорошо, все нормально. Там записку какую спрятали. И тогда я сказал: смотрите, мои милые, и увидите. И они отвечали: да, любимый отец. Алло? Алло? Что за... Алло? Алло? Я купил у вас алоэ. Алоэ? Алло? О? О, слышу, теперь слышу. Да, окей. Okay. I can hear myself, right? Good. Mm-hmm. Да, вижу единичку, спасибо. Спасибо. Лене, привет. Так вот. Ага. И тогда я сказал: смотрите, мои милые, увидите. И они отвечали: да, любимый отец, да, мы видим, видим. Высокий... обветренный пик крутобокой пирамиды наподобие египетских. Сверху осыпаются камни. Пышная лоза увивает лепных змеев у лестниц. Осязаемая тишина — бремя забвения. Здесь, на этом месте, восседал царь. А здесь жили жрецы. Вот этот дом был пристанищем мертвых. Вот сюда, куда падают лучи солнца, они бросали непоглощенные сердца. Нет, мои милые, они не были дикарями. Они верили, что небо может пасть им на головы, и что лишь кровавая жертва может это предотвратить. Может быть, мои милые, может быть, они ошибались. А возможно, их трагедия была в том, что им просто не хватило крови, чтобы удержать небо на месте. Да, как хотите, так и понимайте. Где этот рычаг? Where's the switch? Hey, Mr. Switch! Ah, here it is. Ну вот. Вот и хорошо. Ну вот и все. Теперь я снова могу выйти в дезактивационную камеру и пройти дальше. Уровень воды спал, освободив путь до самой пробойной. И я смогу отвезти эти грязные воды обратно в Темзу, где им и место. Да, давайте все говно в Темзу, конечно. Вперед! Ты мне не стр... Папа, папа, ты совсем близко! Да, я иду в убежище. И что, мне опять выполнять эту процедуру? Ну хорошо, ладно. Окей. Я как профессионал уже, смотрите. Опа! Like a boss. You know, I don't like tunnels either. Видите, как на пит-стопе вообще, буквально там за 9 секунд. Хоп-хоп, колеса поменяли, заправили. Вы это видите? Боже, господи, тут целое гнездо этих мерзких тварей.
Это не ум, это мои инстинкты затащили меня так далеко, и я уверен, что где-то в этом сыром комплексе найдется способ спуститься еще ниже. Я не буду видеть их лица, когда они идут заниматься своими темными делами. И все же я наблюдаю за ними, когда они спят, едят и играют. Они так напоминают людей, они похожи на маленьких детей. Я не буду думать об увиденном, о тех стульях и клетках, и о том, как можно было слепить таких монстров. Дэн, присоединяйся, серьезно? Сколько у нас осталось? У нас осталось 3 минуты. Надо выбираться отсюда. Классическую музыку слушать? Что же это такое? Сколько можно? It's way too deep. Водоотливной насос. Вход для технического персонала. На этом он нажал Escape, выбрал сохранить и выйти.
Isn't it, baby? Hmm? Oh. Guys, thank you very much for coming. I hope that you enjoyed the stream, tonight's stream. That was Amnesia Machine for Pigs. So we gonna play it on Saturday night, from Saturday to Sunday. So if you liked what you've seen, you've just seen, you can follow our channel, and I'll be happy to see you once again. Ребята, спасибо большое, уважаемые порталы. SK, Gocha, Good Game, Twitch, Empire, Tort, Haradrik. Спасибо большое, что были с нами. С вами был канал We Love Games TV, я и ведущий Дэн Россианини. Сегодня мы играли в Amnesia, машина для свиней. Уж не знаю, темная там история. Мне кажется, сейчас самый такой интересный переломный момент настанет в сюжете. Возможно, мы уже совсем близко. Ну, не знаю, узнаем. Узнаем мы об этом только в субботу. Я надеюсь, что уже в рамках прайм-тайма 2.1 на портале SK2TV. Спасибо, что досмотрели. Я, пользуясь случаем, хочу извиниться перед вами за вчерашний, так скажем, эксцесс, то, что... Ну, конечно, не наша проблема, но да, отключили нам интернет, и сегодня тоже были какие-то проблемы, видимо, что-то все-таки на линии, что-то с кабелем, не знаю. Надеюсь, что вы могли получить удовольствие, тем не менее. Желаю вам удачной рабочей учебной недели. Высыпайтесь, спите больше, берегите себя, не болейте. Ну и до новых встреч. И, наверное... Нет. Историю про то, как... Что же произошло с тем шкафом, вы увидите позднее. Пока. Спасибо. Не забывайте подписываться. Будем рады вас видеть. Заткнись, come on, baby. Come on, baby, shut up. Пока. Спокойной ночи.